Сентябрьское утро в детском саду номер 66 города Владимира началось не совсем обычно. В гости к ребятам пришли начальник МВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и председатель общественного совета при региональном УМВД Татьяна Сидорова. Для визита это дошкольное учреждение было выбрано не случайно. Весной текущего года поделка «Отличники Владимирского сыска», выполненная подготовительной группой «Островок», стала победителем регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа» и отправилась в Москву представлять Владимирскую область на всероссийском этапе. В течение нескольких дней проходило открытое онлайн-голосование, по результатам которого позитивный полицейский со своей верной таксой по кличке Шерлок стали одними из лучших. Вместе мы пришли за тем, что мы очень надеемся, что выборы в России честны, надежными нашими гражданами в будущем. Вы будете обязательно уважать старших, правда? Да. И защищать младших. Всегда-всегда, в любых ситуациях, правда? Да. Мы очень на это надеемся, поэтому все вместе пришли к вам вручить приз за вашу чудесную поделку. Диплом лауреата конкурса и ценный подарок, доставленный из Министерства внутренних дел Российской Федерации, начальник регионального УМВД вручил заведующий детским садом в торжественной обстановке. Ребята вместе с воспитателями специально для гостей подготовили тематический концерт. Выразительные стихи, эмоциональные песни и зажигательные танцы, рассказывающие о работе полицейских, с теплотой были восприняты присутствующими, которые благодарили ребят громкими аплодисментами. Мы с полицией играем! Шерлок, друг меня! След берет уловка быстро! Танки платы находит! Малышу пинетки! Бабушке таблетки! Дедушке очки! Ну а маме запачки! Шерлок, друг из меня! Подожду я скоро сам! Опер группе я создам! Буду помогать стране! Наркотрафик кручу! И коррупцию скручу! В завершении встречи многие мальчишки и девчонки сказали, что мечтают стать полицейскими. Гости же ответили, что рады будут видеть в своих рядах таких защитников закона. Детям я хочу сказать, мы сегодня вот говорили почему-то про мальчиков, которые со временем будут служить в полиции. У нас есть подразделения, где практически одни женщины, да? Поэтому время пролетит быстро. Мы вас всех ждем. Приходите. Здоровье должно быть и воля. Все остальное. Спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо. Отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.